Верно ли, Ваттенен, что этот Партанен предложил вам поиздеваться над полицией? Никто не говорит, что это не так. Все ясно. Выяснилось, что обвиняемые действовали по подстрекательству Партанена. А так как они не совершили никакого преступления, они освобождаются. Но поскольку сам Партанен признался в своем намерении помешать работе полиции, то он заключается в камеру полицейского участка впредь до расследования дела. Торвелайнен! Вот оно, где настоящее дьявольское гнездо. Хватают невинных людей и пихают их за решетку за кражу своей же собственной лошади.